Ну что ж, направляемся обратно в Ренел. И, по-моему, сейчас будет весьма неприятный бой. Сбежать его никак не получится, насколько я помню. Так, сохранюсь где-нибудь тут. Даже не знаю, откровенно говоря, что мне такого поставить. Наверное, поставлю все-таки сразу себе катану. Так, где тот кинжальчик? Хочу посмотреть. 32, 1, 25. И мой кинжал 40. Ну, будет вот этот. Так. Да, пусть будет так. Где она тут? Вот, собственно говоря, встреча это, наверное. Это один из тех всадников, которые в заставке были. Не знаю, кто уж они там, полководцы или просто там командующие отдельными частями. Но факт в том, что это очень неприятный противник. Так. Розалин, как всегда, тупит. По-моему, сейчас она в камень превратилась или нет? Нет, повезло мне. Так, отбегаем. Отбегаем как можем. Подальше отводим все это дело. Бьет он довольно-таки больно сам по себе. Но большую проблему составляют вот эти вот неприятные существа. Костяные эти, прислужники. Он их призывает. Мне надо сейчас как-то так успеть. Так, пошло. Пошло, делает хорошо. Что я прибежал обратно совсем нехорошо. Давай же, какой посох, о чем ты? Призвался он, призвался. Так, теперь можно и поближе побегать. Так, отлично. Я стараюсь подождать, пока действующий персонаж начнет свое действие какое-либо, то есть или заклинание там, или атаку, например, чтобы они как-то не прерывали себя. Вот. Ага, отлично, очень хорошо. Переключился он куда надо мне. Вот это не очень хорошо, надо бы его как-то побыстрее бы поддерживать, скажем так, в состоянии. Так, ну, собственно, ладно, тогда пусть Фриз теперь побегает, наверное, да? Раз уж. Одного, кстати, убили из этих прислужников. Голем за ним погнался. Так, где-то у меня была хорошая бутылочка. Где она? Где она? Где она? Так, так, вот она. Повышение, в общем-то, урона, усиление, как от меча, там был эффект похожий. Вот. Так, так что я, пожалуй, использую ее. Самое время. Кстати, Орзалин там, надеюсь, установлен. Да, лекарь маг. Ну, в общем-то, ладно. Кто где? Кто где? Я тут. Надо ему довести здоровье до половины, по-моему. Уменьшить. И тогда слезть с коня своего. Это уже будет следующий этап битвы этой непростой. Так, интересно, я успею сейчас на него повесить молчание? Хотелось бы. Ну, непонятно. Так, очередного он своего прислужника вызвал. Теперь... Ступай уже, ступай, какие...
сам. Лучше, чтобы он сконцентрировался на ком-то сильном. Например, на Иосифе. Ну вот как-то не получается. Кстати, опознать его, по-моему, не вышло. Да, вот не получается это дело. Так, наверное, попробовать подлечить всю группу сейчас надо бы. Угу, хорошо. Очень даже удачно. Так. Тут костяной. Так, неплохо, в принципе, по нему проходит. Так, ага, на Иосифа. Вот это хорошо, это очень даже хорошо. Это значит, что есть шанс у вас. Вот, слез с коня своего. Коса какая-то двойная. Так. Теперь его надо просто пинать. Всеми возможными силами. Я сказал, всеми возможными силами. Так, пора пить что-то. Так, где? Где у нас лечебные тоники? Пришло их время. Плохо, я не помню абсолютно, чем его лучше всего бить. Я имею в виду из магии. Абсолютно не помню этот момент. Интересно, ему пойдут мои удары со спины? Ну, как-то слабовато. Самое время побегать, я считаю. Хочу, чтобы разобрались там с этим костяным прислужником, пока я тут буду бегать. Розалин впустую тратит ману, я с этим ничего не могу поделать, к сожалению. Так, готов. Он. Я смогу подлечиться наконец-то нормально, более-менее. Ну и вот, собственно, теперь уже все пинаем его. Не обращая внимания на вот этого вот мага. Ему недолго осталось. Главное сейчас запинать его самого. Ну и, к сожалению, прикончить его так просто не получится. Встретимся еще, видимо. Ну и, по крайней мере, все выжили. Ну да, конечно, теперь ты будешь меня лечить. Надо срочно и массовый хил. Не знаю, дадут там достаточно для этого опыта, когда я принесу кольцо света. Но, наверное, все-таки придется еще походить мне. Не знаю, буду делать я на записи это или нет. Походить, покачаться. Потому что у Розалинд очень низкий уровень в сравнении вот с остальными персонажами. Так, ну и тем не менее справились. Справились мы с этой задачей. Не самый простой бой, просто потому что обстоятельства могут совсем плохо сложиться. Он там может, по-моему, окаменение наложить или что-то такое. Кстати, надо бы записаться. Потому как нежить набрасывается толпами. Черт возьми, вот она сейчас, наверное, и набросилась. Ну, что я могу сказать? Первый раз у меня такое. По-моему, это то ли какие-то боевые действия, то ли не знаю, что это такое. Ну, перестраховаться, пожалуй, не повредит мне. Просто это как бы наши вроде как рыцари, линельские. Не знаю я. А, возможно, это боевые действия, в общем-то, уже начались. И не знаю, что тут происходит. Да, вот это маг, этот, как называется, аренийский этот, по-моему. Колдуны вот это у них так выглядят. На монахов похожие. Закрыть. Так,
Твое. Время пришло, Флис, показать свое мастерство. Где там у нас-то? Открыто! 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 Ну, как открыто, бы... Открыто! Вскрыть бы неплохо бы. В общем-то, ничего хорошего. Рыцари довольно-таки сильные. Ну и солдаты не слабые. Хотя... Вот если они будут так шарами кидаться, то... Так, где там Розалина? Давай же, хватит ерундой заниматься. Сразу им без мгновения вот этому. Не знаю, получилось, нет. Видно будет. Наверное, нет. Ну, поединок магов. А где голем? Вернее, элементаль. А, о, серьезный противник ему достался. Кстати, вот ребята с топорами весьма неприятны. У Флис, кстати, бы надо бы... Надо не говорить, а сразу поставить. Где он там? Вот не знаю, тугой или поставить, или тисовый. В принципе, отталкивать мне сейчас не особо-то надо. Скорее мне надо, чтобы они умирали. Так, у нее лучник стоит или что? Издали, отлично. Значит, сама отбежит. Должна, по крайней мере. Подлечимся немного. Нет, Флис, я смотрю, не особо-то торопится. Отступаю уже. Давай, беги. Так. Еще полечим отряд. Ну, Иосифу это уже не так страшно. Все эти топоры. Она там все еще с магом с этим разбирается. Какой кошмар. Ну, ладно, хотя, по крайней мере, она не мешается. Правда, и не помогает особо. Так, давай-ка ты. Помоги-ка ты ей, наверное. Да, конечно. Сейчас было самое время вот кастовать огненный шар. Это просто лучшее. Лучшее выбранное время. Не знаю, что это он затупил. Ну вот, кстати, говорил я про рыцарей, то, что они довольно-таки сильные. Похоже, я ошибался. Не особо-то они сильные. Как-то они успели, я не знаю, то ли они куда-то отступили, то ли они умерли. Не уследил я что-то за этим. Пока со своими вот разбирался, тоже не больно так. Я приобрела новые способности. Способности я приобрела. Ты, конечно, молодец. Так, святое. А надо мне оно. Вот лечение. Да. Лечение пусть по максимуму. Почему-то дальше оно не качается, я не знаю почему. Так, что за доступ? Более сильных врагах. Защита от магии. Не знаю, честно говоря, что я сейчас покачать. Такое. Защита, ну, в общем-то, ладно, пусть будет, наверное, на тройку или... Пусть будет защита от магии, в любом случае, это полезно. Пускай. Так, и сразу-ка я посмотрю, наверное, чего там у нас. Вот, лечить всех, наконец-то, есть. Пусть будет тут. Так... Благословение. В общем-то, еще один уровень можно бы набрать, наверное, чтобы была защита. Поддерживающее заклинание пусть все-таки будет, наверное, у всех из возможных магов в группе. Ну, это уже не такая большая проблема. Так. Что у нас тут из заклинаний? Я просто хочу посмотреть, чем их пронимает, так сказать. Давай. Да, вот молния их довольно неплохо бьет. Надо сказать. Поставлю-ка я лучше ее куда-нибудь. Куда-нибудь вот сюда пусть будет.
Ой-ой-ой, что-то я не уследил, у Иосифа совсем все плохо со здоровьем. Как-то я немного рассеян сегодня, не знаю уж почему. Где? Где? Напиточки наши. Что такое? Не вижу, вот не вижу вообще. Так, вот она, лечебная микстура. Хоть бы, не знаю, как-то отделяли они, что ли, их. Ну, совсем неудобно. Так, надо сейчас... Хорошо. Значит, сегодня я еще поживу, наверное. Больно он, однако, бьет. Не знаю, какой-то резкий такой скачок у них получился. Силе. Пробивают они мою броню. Надо, наверное, что-то уже искать себе получше. Я надеюсь, там можно будет прикупить чего-нибудь такое. О, вот это хорошая мысль, Розалинд. Это ты правильно делаешь. Все. Уф. Непростой опять же бой был. Там он еще одни стоят. Какое-то у меня такое ощущение, что перебили всех рыцарей, какие были. По две ноги надо с собой таскает. Случаем, те личи в пещере не твои или родственнички? Похоже, я смотрю, замашки. Полуторный меч. Ну, не нужен, я думаю. Ага, и рыцарь, главное, вот там вот ходит. Вот что ты там лазишь? Ну, и теперь, да, теперь он сюда пошел, конечно. Мошечки. Это я так понимаю, вы так воюете, да? Ну, прискорбная участь ждет королевство в таком случае. Собственно, теперь я отчетливо понимаю, что вся надежда только на меня в этом сражении и вообще в войне. Да, как-то мана маловато совсем осталось. Так, давай-ка ты обратно возвращайся в мир. Ну, по крайней мере, хотя бы чего-нибудь новенькое увидел я на этой локации. Надоели как-то мне всякие эти нежити, сломанки. В основном это их, так сказать, обитаемая территория. Надо, конечно, восстановить ману. Ладно. А, стояли, меня ждали, да? Давайте, давайте. Мага надо вырубать, в первую очередь. А вот я сейчас посмотрю, что вы будете делать. Ничего не буду. Все равно мне их убивать. Или шар пошел. А, нет, это... не огненный шар. Огненная стрела или как? Хотя эти, в принципе, слабые, вот эти вот с катанами. Вот те, что с топорами, те довольно сильные. Закрыто. Так, опять закрыто. Давай-ка, Флис. Табличка огненная стрела. Куча у меня этих табличек. Ничего не стоит. Не знаю, я прям даже... Пользы от них тоже особо не такой какой-то нет. Так, там, по-моему... Нормально все. Все нормально. Ну, этого-то быстро убьете вы. Вместе со мной, конечно же. Теперь ему не повезло. Так. Кстати, те не кинулись, это хорошо. Не знаю, когда они просто не смотрят сюда. Рыцарь, похоже, пошел в сторону. Он такой важный, неторопливый. Так, в первую очередь тебя надо выводить из строя. В общем, даже не буду, наверное, безмолвие кидать. Главное его отвлечь ближним боем. А там уж дело пойдет. Так, благословение не помешает. Ну, запинали
всей толпой. Так. Могу поспорить, тут будет Нагитана. Ой-ой-ой. Вот это уже, конечно... Ой-ой-ой, еще раз. Набежало-то сколько их? Давай сюда иди, где-то там есть. Давай уже. Пока она... О! Какой-то ты злой, однако. Надо что-то с тобой делать срочно. Голем там достается. С кем он там воюет? Голем получил свое. Давай же. Буду лечиться, пока могу. Хотя, наверное, бы сейчас правильнее было... Да. Правильнее будет помочь Розалинд, чтобы она поскорее смогла заняться нашими ранами, так сказать. Но рыцарь пока неплохо справляется. Я думаю, того он уложит. По крайней мере. Да что ж такое? Попробую цепочки поделать. Давай же. Ох. Ну вот, когда они толпой накидываются, это, конечно, уже неприятно. Это может плохо кончиться. Так. Опять я потерял их. Где они? Мои любимые бутылочки. Вот они. Не так много. Надо, наверное, будет купить. Так. Почему бы нет, в общем-то. Где тут самый? Вот ты. А, ну, плюс в том, что, в общем-то, можно их на паузе вот так вот накидать. Это, конечно, хорошо. Так, наверное... Ой, как все сейчас может нехорошо закончиться. Придется, наверное, не одну бутылку выпить сразу. Так, где они? Есть, вот она. Использовать еще разок. Плохо, что их нельзя поставить на быстрый слот. Это меня удручает немного. Так. Где? Я их все время теряю. И еще раз молния. В общем-то, если не использовать эти свитки сейчас, то когда? Самое время, мне кажется. Еще разок тебя. Чем тут еще можно? Просто я сомневаюсь, что там какой-нибудь битве с боссом это мне сильно поможет. А вот сейчас самое время. Ой, ой. Ух, ушел. Ушел я живым оттуда. Так, подлечиться как-то, наверное, надо все-таки, не знаю. Или защиту. Что-то совсем все хорошо. По жизням. У Розалинд того хуже. Как-то я подрасслабился в этом плане. Не знаю, наверное, просто не ожидал такого прям сопротивления. Расслабили меня эти катакомбы. Тамошняя нежить была совсем никакая. А эти ребята довольно серьезные противники. Так, где? Лечебные микстуры я сейчас чую, все повыпью. Надо будет их покупать. Предвиденные, конечно, но от того не сильно-то приятные затраты. Так, ну вот как-то так. Более-менее. Мана, надо сказать, быстро уходит, даже вот с этой цепочкой, которая там вытягивает ее. Весьма-весьма быстро уходит. Ну и лечение, плюс оно не всегда удачное. Вернее, оно восстанавливает не всегда одно и то же количество жизней.
Так, опустошитель. Вот это интересно. Вот это уже интересно. Так, ну катана. Кстати, неплохо. Довольно-таки. По идее, бы должны с них выпадать какие-нибудь хорошие штуки. Вроде свитков, опять же, тех же. Табличек там разных. Ну, как-то они не особо. Да, надо сказать, это было непросто. Полегло тут много людей. Прям-таки, можно сказать, действительно. Поле боя такое реальное. И рыцарь неплох. Тот был бы тоже неплох, если бы он все-таки удосужился ввязаться в бой. Так, что ж там у нас за опустошитель такой? Не идентифицируется. Ага, ну да. Эфлис не идентифицируется. Это плохо. С другой стороны, напомнило мне еще разок, что надо бы все-таки прокачать это дело. Идентификацию эту уже пора бы. Это уже второй предмет, который не могу опознать. Так, проверю я сейчас заодно магазинчики, наверное. Армия короля под командованием герцога Теримуна маршировала на север, чтобы вступить в бой с войсками Орении. Испуганные жители деревень бежали в столицу, ища там убежище за каменными стенами Линелла. Эти северные ужасающие легенды о четырех всадниках, вырезавших целые деревни, были предвестниками ужасной судьбы и жестокой зимы, ждавшей впереди. На, четыре всадника апокалипсиса, прям-таки. Собственно говоря, с ними нам придется встретиться. Это очевидно. С одним мы уже вот повстречались. Не помню, придется ли с каждым биться по два раза. Хотелось бы верить, что нет. Так, это вот, по-моему, у нас бутылочки тут есть. Это что ж такое? Так. Кольцо навыка. Неплохо, наверное. Не знаю, правда, что он дает. По-моему, как бы не к мане оно добавляет. Если вот кольцо кто к жизням прибавляет, то должно быть, соответственно, и кольцо, которое добавляет к мане. По-моему, это оно. Так, малый круглый щит. Но это все не то. Руны, 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 учебные микстуры, кольцо здоровья, кольцо пламени, вот цитрин сразу продам. Кольцо пламени, не знаю я. Огонь плюс один, лед плюс один. Мне кажется, еще одно не нужно нам кольцо. Нам хватит вполне. Да и розалинт я потом в любом случае наверняка заменю и это кольцо пламени каким-нибудь более полезным. Так что... Так, что у нас по квестам, кстати говоря, там? Так, инвазия до сих пор висит. Басит эти. Кстати говоря, можно посмотреть, что там в канализациях творится. Для интереса просто так. Амулет принца. Амулет принца Иона. Ах ты черт. Забыл я, значит, отдать этот амулет. Самое забавное, что я во дворце ходил-ходил. Концентрировал внимание на том, что надо все это... дело выполнить как можно скорее, и в итоге таки забыл его отдать. Ну и, кстати говоря, по-моему, теперь я уже не найду этого заказчика. Да, его тут нету. Ты мне что скажешь? Ага, да, по-моему, вот как раз то он. Так, Свенхейн убил его. Брат короля Андрека планировал шантажировать. Ага. А вот, видимо, для этого ему был нужен амулет. Точной копии мертвого принца Иона. То есть все-таки это не принц сам Ион был найден, а всего лишь копия. То есть это просто-напросто мошенничество такое. В общем-то, так, 6 лет назад. Так. Ну понятно. План, в общем-то, был мне понятен. Так.
Тащи принц Ион. Ну, ясно. Такой типичный шантаж. Да. Говорит она про флис именно. То, что ей он заказал принести этот амулет. Ну, есть у меня сохранение где-то в этих пределах. Пока я еще не выходил из города, не отправлялся на Ион. Вот там есть у меня, по-моему, даже за языком Соломанки не ходил. В общем-то, я, наверное, даже сделаю отдельную такую, может быть, небольшую вставочку видео, где покажу, чего там дают за это задание. По-моему, ничего хорошего особо такого. Понятно, что к сюжету это особо отношения не имеет, ну, кроме как вот этого рассказа, так как принц явно этот поддельный, скажем так. Так что... Ух ты, как она бегает. Сделаю я эту вставку, наверное, потом как-нибудь, может, в конце этой серии, может, в следующей. Так, так что проходим дальше.